Ну а мы, продолжая путь, добрались до Кандалакши. И здесь, на Белом море, проведем еще пару дней. Арендовали борт и вышли в Кандалакшский залив, чтобы посмотреть местные красоты с моря. А это каменный лабиринт Вавилон, находится в 4 километрах от Кандалакши. Ученые относят создание этого памятника древности к 2000 году до нашей эры. Местная треска, хоть и не крупная, но очень вкусная. Надо сказать, что свежая рыба вкусная всегда.
Следуя нашим маршрутам с Кольского полуострова на юг в Москву, мы приехали в Петрозаводск. С пристани Петрозаводска на ракете добираемся по Онежскому озеру до острова Кижи, который известен размещенной здесь экспозицией музея-заповедника Кижи. Карелия, Карелия, родное сердцу слово, Карелия, Карелия, к тебе вернусь я снова. Карелия, Карелия, родное сердцу слово, Карелия, Карелия, к тебе вернусь я снова. Когда бываю далеко я от родного дома, тебя, моя Карелия, я вспоминаю снова. И если снятся облака, плывущие в озерах, я знаю, что вернусь туда, вернусь и очень скоро. И если снятся облака, плывущие в озерах, я знаю, что вернусь туда, вернусь и очень скоро. Завтра, преодолев еще 1000 километров, мы будем дома. А позади 5200 километров дорог, разбитые бамперы и потерянные автономера, большое количество съеденной рыбы и морепродуктов, грибов и ягод, выпитого алкоголя и незабываемые впечатления о том, как мы провели август летом 2020 года.